отель Utopia World Deluxe, 5 звезд, в городе Аланья. Отель находится на огромной скале. Вид просто шикарный отсюда. Заходим в отель. Внутренняя территория отеля. Очень просторный лобби. Здесь приятно пахнет. Шикарная люстра. Панорамный вид на море. Магазинчики есть. Лобби-бар. Огромный атриум. И как будто небо над головой. Кожаные кресла. Здесь каждая деталь продумана. Терраса отеля Utopia World. Очень красивый вид отсюда. Здесь лобби-бар. Внизу мы видим пляж Utopia World. Там, где белые зонтики. Спуститься на него можно в течение 5 минут пешком, либо на автобусе. Довозят до моста. И дальше на лифте. Вид просто умопомрачительный. Шикарное море глубокого голубого цвета. Виды с террасы это твоя вора. Здесь лучший вид на всю Аланию. Бесплатный Wi-Fi по всей территории отеля. Есть 3 а-ля-карт ресторана. Итальянский, рыбный и турецкий. Все они платные. 30 лир с человека стоит резервация. Стандартный номер отеля Utopia World. 30 квадратных метров.
Есть достаточно большая плазма. Чайный набор. Балкон с просто шикарнейшим видом на море и на Аланию. Двухспальная кровать и односпальная кровать. Есть мини-бар с безалкогольными напитками, тапочки. Санузел с ванной. Есть фен. Все очень красиво. Номер сьют отеля Utopia World. Очень просторный. Есть диван. Двухспальная кровать. Здесь угловой вид на море. С каждого окна мы видим Средиземное море прекрасное. И фишкой этого номера является то, что здесь прямо посреди комнаты ванная с джакузи. Это выглядит умывальник. Здесь душ и туалет. Территория отеля Utopia World. Сейчас мы спустимся вниз к виллам. Спуск по ступенькам. Территория зеленая, много цветущих деревьев. Находится в сосновом бору. Здесь не так жарко, как на остальной территории. Вот лифт. Я даже не попрощалась. Он вообще не разговаривал. И сейчас посмотрим номер. Стандартное номера в вилле Utopia World. 32 квадратных метров. Здесь сейчас все подготовлено для молодоженов. Все чистенькое, светленькое, есть плазма. Журнальный столик, диван. Балкон с видом на горы. Вы просто захлопните. Ванная комната. Фен. Нет. В номере есть тапочки. Халаты предоставляются для гостей, которые отдыхают не первый раз. Дорога к пляжу. Мы подъехали на автобусе. Сейчас переходим через мост. Дальше спуск на лифте. И мы на месте. Мы только что спустились на лифте на пляж Utopia World.
Здесь есть большой пирс для отдыха и также шезлонги на песке. И вот здесь сразу, возле лифта. Вход в море полностью песчаный. Здесь завезли новый песок, поэтому заходить очень комфортно. Есть ресторан на пляже, можно здесь провести целый день, не возвращаясь в главное здание, чтобы покушать. Очень приятно шумит море. Загорать можно прямо на пирсе.